Привет всем! Сегодня у нас обзор на старую коллекцию и тоже одна из коллекций, которая была в моем детстве, которую мне очень хотелось собрать. Это коллекция привидений. Ну, мне кажется, что в России она не выходила. Помню, что на рынке продавали большую коробку, точно таким же вкладышем внутри, Fantasy Mini. И купили мы тогда ее, и попалось мне несколько привидений. Очень хотелось все собрать, но вот негде было их больше купить. Тем не менее, сейчас посмотрим, как выглядит эта коллекция. Вот так вот выглядит она в каталоге. 10 игрушек, и почти все стоят одинаково. Единственное, вот привидение с прищепкой 2 евро. Ценено чуть дороже, чем остальные. Ну, тоже оно мне тогда попалось. Тогда мне попалось также привидение с часами в этой коробке. И из таких более-менее ценных за 1,5 евро это... привидение, которое себе прожгло утюгом часть себя. Ну вот его тогда у меня не было. Ну что ж, давайте посмотрим на эту коллекцию. И здорово, что эта коллекция в темноте светится. Ну давайте посмотрим. Как раз давайте начнем с самого дорогого нашего привидения, да, которое в 2 евро оценено. Ну тут, видите, судя по каталогу, никаких особых вариантов не замечено. Вот такое вот классное привидение. Светится в темноте, да, если на свету подержать, потом выключить свет, то будет видно хорошо, как оно светится, ну, почему-то на камеру так не передать. Уже столько раз пытались мы снимать похожие ролики, да, когда ночью пытался проверить, светится или нет, но вот на видеокамере почему-то ничего не видно, только на фотографии, да, и вот такой вот у нас симпатичный привидение, которое сушит белье. Так, далее, давайте из тех, которые вот мне знакомы, это привидение в часах. Да, вот такой вот у нас часы старинные были, и в нем, да, в нем вот такое вот у нас забавное тоже привиденец попадалось. Тоже выглядит очень-очень симпатично. Так, следующее у нас, давайте из тех, которые мне прям знакомы, да, это вот привидение, которое читает книжку. Ну, здесь у нас все по-итальянски что-то написано, коллекция итальянская версия у нас, и... да, вот 96-й год, и, значит, Виталий, да, в 96-м году, получается, выходили они, и читает он книжку, такой вот тоже мне тогда попался в этой коробке, купленной на рынке, привидение, и, пожалуй, наверное, все, так вот я не помню, чтобы не, получается, 3 игрушки только попались, да, остальных я не помню, игрушки, остальные игрушки из этой коллекции, вот такой вот у нас классный строитель, который, да, как вы видите, строит, через стену, да, пролазит и что-то красит. Тоже очень классно выглядит. Ну вот, вот такие замечательные были раньше игрушки, раскрашенные вручную киндер-сюрпризом. Далее у нас привидение, которое себя в стиральной машинке постирало. Тоже выглядит очень-очень симпатично. Нет, видите, здесь у меня И стоит, Италия. А на другом стоит А, это, наверное, Австрия. Ну вот видите, разные в итоге у нас тут представители с разных коллекций, ну вот особо они ничем не отличаются, даже нет такого, как у многих коллекций, что там какой-то цвет шапки, например, отличается, нет, нет такого в этой коллекции, да, вот у нас здесь привиденница с собачкой, тоже очень классно сделано, очень симпатично, думаю, что сейчас бы тоже многие хотели бы такие нейтральные коллекции собирать, не относящиеся к каким-то мультикам, там, миньонам или другим, там, Леди Баг, а может быть что-то такое нейтральное, наподобие вот как привидение. Ну, посмотрим. Скоро уже юбилей у Киндера будет. Посмотрим, выпустят ли они к юбилею что-нибудь особенное, какие-нибудь старые коллекции снова. Да, вот оно привидение, которое прожгло утюгом себя. И тоже так выглядит очень и очень симпатично. Так, далее у нас здесь даже бэбик есть. Такой маленький ребеночек привидения, лежащий в своей кроватке с летучими мышами и пьющий молочко из бутылочки. Потом у нас привидение, принимающее ванну. Тоже очень так выглядит симпатично. И последнее в этой коллекции привидений. Это у нас такое привидение путешественник. У него тут хвост в узел завязан. И уже чемодан с разными наклейками. Нью-Йорк, Токио. В общем, везде он уже побывал. И куда-то думает еще поехать. Ну что ж, вот такая вот классная коллекция была. Привидений, очень, да, хотелось мне ее собрать. Тогда еще можно было ее купить в России, но вот, да, как повторюсь, по-моему, она не была официальной коллекцией, продавающейся в России, была привезена с других стран Восточной Европы, ну, может быть, я ошибаюсь.
Ну что ж, таким был обзор, да, на коллекцию привидений. И подписывайтесь на канал, ставьте лайк. У нас будет много еще интересных обзоров на новые и старые коллекции. Постараемся собрать их все. И до новых встреч. Всем спасибо. Пока-пока.